В журнале успеваемости пока точка. Депутаты Рубцовска не смогли оценить работу главы города Дмитрия Фельдмана. А это значит, что пока об отставке мэра говорить рано. Сегодня Фельдман озвучил отчет о проделанной работе за 2018 год. Прежде чем дать ему оценку, депутаты должны были проголосовать. Но всего лишь 3 человека доклад мэра приняли, остальные были против или воздержались. Скорее всего, летом депутаты Рубцовска повторно рассмотрят доклад Фельдмана и примут решение. Если и тогда отчет будет не одобрен, мэру грозит отставка. Добавим, что сегодня перед депутатами общественностью отчитывается глава Бийска, а завтра слово будет держать барнаульский градоначальник.